17 апреля в концертно-выставочном зале городского поселения Игрим состоялся поздравительный концерт в честь ветеранов органов внутренних дел. Работников полиции в отставке пришли поздравить гости. Баадр Бальчиков, начальник Игримского отделения полиции, Елена Котовщикова, заместитель главы городского поселения Игрим, а также приглашенные артисты. Ветераны полиции и милиции заслуженно получили свои награды за долгую службу на благо народа. Я от души поздравляю всех с Днем ветерана органов внутренних дел. Это день, когда мы выражаем признательность, уважение людям, которые посвятили свою жизнь службе в рядах органов внутренних дел, службе, которая направлена на охрану правопорядка, на охрану граждан. Вот Баадр Юрьевич вручил награду 300 лет полиции, то есть проверено временем, что государство тремя веками, что государство не может существовать без органов правопорядка. И особая, конечно, роль принадлежит ветеранам, потому что это те люди, которые могут передать свой профессиональный опыт, свое знание, умение новому поколению правозащитников. Кроме официальных поздравлений, наших ветеранов ОМВД множество раз поздравили талантливые артисты, что не смогли быть равнодушным к такому празднику. Весь вечер в зале играла красивая музыка, звучали песни и поздравления. Сегодняшнее мероприятие – это, конечно, уже традиционное мероприятие, когда мы собираемся, ветераны МВД, пообщаться, послушать красивые песни, выслушать в свой адрес добрые слова. Очень приятно, что это уже вошло в традицию. Спасибо огромное организаторам. В столь непростое время нас собрали. Очень приятно, очень классно встретить. К сожалению, конечно, собираемся каждый год все меньше и меньше, но я думаю, что на то были причины, поэтому хотелось бы, чтобы эта традиция продолжалась и чтобы как можно больше ветеранов МВД к нам присоединялись. Спасибо огромное. Очень приятно. Слова поздравления, поддержки и признания должны сопровождать работников полиции на протяжении всего их пути. Ведь это те люди, благодаря которым мы не боимся спокойно ходить по улицам нашей малой родины. От себя, уважаемые наши ветераны, хотел бы пожелать вам всем крепкого здоровья. Как уже ранее было сказано, время нынче тяжелое, поэтому в первую очередь здоровья всем, домашнего тепла, внимание близких, родных, мирного неба вам всем над головой, поменьше волнений, побольше, так скажем, релакса. Всем благ вам, здоровья еще раз. Ветераны сегодня продолжают приносить пользу обществу. Занимаются пропагандой законности и правопорядка, проводят профилактические работы среди несовершеннолетних, передают опыт новым поколениям полиции. София Юнусова, Дмитрий Нетин, АТВ «Березово», Игрим. Репортажи АТВ «Березово» размещены в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Подписывайтесь на канал YouTube, смотрите наши новости в эфире телеканала «Ямал-регион».